зачем вышел в эфир сейчас? Объяснить следующее. Увидел, и это не едино, не одно сообщение. Это носит в определенном смысле такой не очень массовый, но относительно массовый характер. Была передача по поводу медного купороса, где я несколько раз очень тщательно говорил по поводу того, что не надо использовать говнокупорос из хозяйственных магазинов. Начали размешивать, у вас нерастворимый осадок. Вы поймите простую вещь. Сам по себе медный купорос 1,75 грамма является летальной дозой для взрослого человека. Ну и для ребенка, разумеется, тоже. Но если вы покупаете вот этот медный говнокупорос где-то для сада, вы не можете даже представить, чего там еще помимо держится, помимо соли медного купороса, да? Так поймите просто, и вы это собираетесь пить? Вы что, в своем уме вообще? Все в порядке там? Еще раз, для тех, кто в бронетранспортере находится, дорогие друзья, медный купорос необходимо найти абсолютно чистый для аналитических лабораторий. Ну что непонятного? Друзья мои, потом, если с вами что-то случится, вы кого винить-то во всем этом будете? Отсутствие мозгов в голове, что ли? Ни в коем случае не используйте какие-то непонятные вещи для приема внутрь. Там все что угодно может оказаться. Ведь если вы поливаете свой сад и огород, ладно. Но если вы это заливаете внутрь себя, то это может закончиться летально. А может и не летально закончиться. А может закончиться это крутой инвалидностью с офигенными поражениями почек, печени, нервной системы или еще чего-либо. В зависимости от того, что за дерьмо там окажется. Откуда же вы можете знать-то, дорогие мои? Еще раз, для тех, кто в танке, не надо из хозяйственного магазина брать медный купорос и из него готовить раствор для приема внутрь. Не надо. Найдите то, что надо. Если вы не можете в своем регионе найти то, что надо, используйте то, что я попробовал на себе. Берите, пожалуйста, обращайтесь к Юле. В описании к этому видео есть вопрос. Подождите тогда, когда этот купорос приедет к вам. Я же уже говорил, друзья, подождите, что же вы бежите впереди паровоза? Тот, кто бежит впереди паровоза, обязательно попадет под колеса этого паровоза. Ну что же непонятного-то? Сейчас в течение следующей недели я сам проведу на себе этот эксперимент. То есть я в день буду выпивать по третьей бутылке полный. И только после этого я выйду в эфир и скажу, друзья, окей, все в порядке, я живой и здоровый. Вот тогда берите и делайте. Чего же у вас свербит-то в заднем проходе? Дорогие мои, прекращайте ставить над собой эксперименты совершенно непонятные. Вы что, не можете дождаться, когда все будет проверено, что ли? Что, одной недели у вас нету, помираете, так медный купорос вас не спасет, если вы помрете в течение этой недели, ничего не поможет. Ну, может быть, что-то поможет, но медный купорос точно не поможет в течение недели. Если вы при смерти находитесь и решили себя, так сказать, реанимировать медным купорсом, нет, так не получится. Поэтому еще раз, дорогие мои, пожалуйста, отнеситесь с пониманием к тому, что я сейчас рот мой сказал здесь вам. Это не для того, чтобы вас обидеть или как-то унизить или еще что-то. Но, может быть, до кого-то дойдет только в таких выражениях. Может быть, в других выражениях ни хрена не доходит. Может быть, надо вот так вот сказать. Ну что поделать? Ну, есть такие категории граждан, до которых доходит только в специальных выражениях. В других никак. Не случается. А вначале я рассказал все о медном купоросе. И в предыдущей передаче основное. А в этой передаче случилось необходимое уточнение. Для тех, кто
двигается в бронетранспортере по жизни. И кто хочет попытаться себя отравить тем, что продается под видом медного купороса для опыления садов и просторов разных родин. До новых встреч, дорогие друзья. Пока. Здравие тела и ясности ума. Аз есмь сущий здесь и сейчас делаю то, зачем существую. На экране информация о консультациях и способах связи со мной. Более подробная информация в описании к этому видео. Благодарю за внимание.